Здравия всем! Мы приехали в городок Понте, называется, на острове Искья. И вот подошли вот к такому магазинчику. Посмотрите, какие у них продаются шторки. Вот такая вот шторка. Вот так вешается либо на леску, либо на проволочку. Вот такие всевозможные. Такая прелесть. Но Марка такие не любит. Он говорит, это бабушкин вариант. Ну что ж, если вкуса нету, ну что ж, для него бабушкина. Смотрите, какая прелесть. Красота. И вот такие вот нижние. Тоже. Я спросила разрешение. А вот это в центр на стол. Вот такой вот золотой. Небольшой такой вот, наверное, сантиметров. Наверное, 15 шириной и, наверное, сантиметров 35-40 длинный. И такой же вот белый вариант. Все такое кружевное, оригинальное. А это уже пошитое на стол для Нового года, для Рождества. Вот тоже, смотрите, какая прелесть. И это тоже на стол с такими кисточками. Берется лента банта. И вот так делается. Вот тоже в центр стола. А это скатерти на стол. Праздничные и на каждый день. Вот это уже шторки во весь рост на балконную дверь. Какая красота! Смотрите, какая прелесть. Здесь постельное белье. А вот смотрите, шик-блеск, красота. А вот маленькие. То же самое, только поменьше нарезанные. Это специально для Ирины. И вот кружева. Ну, от ручной работы не отличишь. И большие, и маленькие, разные формы. И с шелком. Ну, прелесть. А вот на хлопке. Вот такие подушечки. Можно использовать с мятными травами, с какими-нибудь душистыми, в шкафчик укладывать. La figlia ci mette le spazzole per i capelli nel bagno. Вот такое вот ведерочко, оно жесткое, накрахмаленное. Questo è uncinetto. Сделано крючком. И сказали, что можно ставить расчески в него какие-нибудь, ну не знаю. Вот сюда положила вот такие вот полотенчики. Умывать лицо. Questo è bello. Lo stesso? Sì, questa è una lavetta come questa. Смотрите, какой подарочный.
с мылом и вот с такой, с таким вот полотенчиком умывальным. Вот с таким же. Или вот тоже. Вот такой вот. Uncinetto. Он говорит, ручная работа. Угу. Molto bello. Complimenti, signora. А questo è per piccolo bimbo? No, 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 questo è per comò e comodini, camera da letto. Sono dei centri. Она сказала, что это на комод и на маленькие комодики прикроватные. Вот это ложится. Угу. Вот тоже интересное. Sí, это вот sí, для больших шторок. И вот так их вот завязывают. Завязывать, чтобы они были в собранном виде. Ой, ну вот тоже здесь вот разные штучки. И на стол. Смотрите, какая прелесть. Ну вот мы побыли с вами в таком вот магазинчике оригинальном. А вот зонтик от солнышка. Buongiorno. Вот такие шторки из льна. Оригинальные. 45. Нет, 41,50. Так вот. Такие цены здесь. Ну вот, друзья, мы побыли с вами в магазинчике, которые продают все ручной работы. Ну, там, конечно, не все ручной работы есть, и которые сделали на машинах. Неважно. Но так красиво, все вот это вот оригинально. Ну, марка предпочитает более такое, чтобы не пылилось. И сильно так, такой вот ручной, это он не особо, чтобы дома было что-то. Ну, ладно. Экономный он у нас. Что говорить? Лишь бы деньги не тратить, чтобы его никуда жена не затянула ни в какой магазин, чтобы не потратиться. А вот смотрите, тоже ликерчики продают новогодние. Вот такая тележечка из дерева сделана. И все, что вот они сделали. Лимоны какие, смотрите, с мою голову лимоны. Обалденно крупные. Все домашнее. Buongiorno. Manu, sono in dieta. Siamo in vacanza, signora, è Natale. Lei vuole stare a dieta? Meglio di non prendere le chili abbondante. Grazie. Prego. Se vogliamo assaggiare anche una crema, un limoncello, un rugolino. No, grazie. No. Dopo, quando torniamo, adesso non ce l'ho forza. Vogliamo andare a castello. Allora va bene, aspetto al ritorno, va bene? Va bene. Grazie comunque. Grazie a lei. Меня угостила. Не поняла, что? Внутри ликер, сверху сахар. Непонятно с чем. Ну, на любителя. Так будем говорить, что я не в восторге. Но мы приехали смотреть Кастелло, то есть замок. И сейчас я направляюсь туда. Марко уже пошел вперед, сказал тебе, буду потихоньку идти, ты и так очень тихо ходишь с видео. Я с вами прощаюсь. На этом магазинчик закончился. Buongiorno. Ой, желаю вам удачи и здоровечка. До следующего видео.